Всем привет, ребятки! Вы на канале Dudaplay, и мы продолжаем играть в игру Hills of Zombie. Будем уничтожать этих зомбарей. Так, а я забыл приобрести... А, у меня же монеты были. Ладно, сейчас мы проедем немножечко. Так, где у нас ускоритель? Я что-то не вижу. Ой, хорошо. Сейчас мы еще приобретем ускорителя с вами, ребята. Так, а ну-ка, аккуратненько. Давай, машинка, я тебе помогаю уже. Уже ускоритель максимально, все, уже закончился. Все, так, далеко мы не уедем здесь, я смотрю. Да, заканчивается бензин очень быстро. Ладненько, мы сейчас знаешь, что с тобой сделаем? Сколько денег у нас всего? А всего у нас 1000. А, приобретем ускоритель. Так, и на оставшиеся монетки мы приобретем новые колесики. А ну, смотрим. Ой, хорошие колеса. Все, сейчас с новыми колесиками мы отправимся в путь. Ой, хорошо. Да, с такими колесами только зомбарей давить. Ой, хорошо. Да. Куча ускорителя у меня. Нифига себе, взрывы здесь. Так, здесь проедем. Давай, поехали. У нас, видишь, еще двигателю тяжело справляться. Таким огромным ускорителем, уже тяжелый. Все, доехали мы. Чуть-чуть не доехали. Так, всего 414 монет, хорошо. Так, ну давай тогда приобретем бензина. Давай, бензина купим. Вот, все, поехали. Давай, поехали, машинка, давай. Здесь на ускорение, наверх. Ой, хорошо. Я считаю, прям таки машинка наша вообще мощная. Вот. Так, а, ускорение закончилось. Ну ничего, мы сейчас, я думаю, подкопим. Приобретем ускоритель еще. О! О, мы этого уничтожили, это, чувака, зомбаря. Все, этап завершен. Сколько? 324 монеты, ребята, запоминайте. И всего 460. Так, проехали мы трассу. Отправляемся в гараж. А, как раз приобретем полностью ускоритель на максимуме. Все, денег больше нету, поехали. Так, а здесь трасса будет посложнее, мне кажется, немножко. Да, сразу мы начинаем с вами, ребята, с туннеля. И вылетаем наверх. О, какой-то там зомбарь был мощный. Мы его проехали. Ой, хорошо. Здесь, в принципе, можно все поверху ехать. Ух ты, нифига себе. Давай, поднимайся, машинка. Надо не забывать машинку на дыбы ставить. Ой. Кончился бензинчик. Так, 460 в тот раз было, а сейчас... А, чуть-чуть меньше, 450 монеток. Так, итого, у нас есть с вами деньги. Давайте приобретем все-таки вес. Да. А, все, больше ничего не можем. Ладно. Вес у нас прокачанный. Так, здесь вниз. А здесь вверх. О, пролетаем. Всех этих зомбарей мочим. Так, надо... Немножечко нам поэкономить. Да, ускорение не особо много дают. Все, тут мы всех сейчас продавим. Всех этих зомбарей. Опа, наверх, отлично. У нас получилось наверх проехать. О нет, бензин подвел меня. Да, кончился бензинчик. Сколько всего? 534 монеты. Ну, я сейчас приобрету, наверное, двигатель. Да, новый двигатель. Экономия. Много чего экономии. Потом мы будем улучшать нашу машинку броньку. Обязательно приобретем броню. В следующий раз. Сейчас мы это все с вами проедем. Зомбарей вот этих всех. Стукнем. Опа, есть, хорошо. И сейчас надо будет здесь дальше тоже пробраться.
Наверх. Опа. О, долетели. Хорошо. Давай, машиночка. Я в тебя верю. Еще. Ах, топливо. А, взорвись. Есть. Ну, еще и зомбари повзрывали внизу. Хорошо. Так, зомбари будет больше. А, нет, смотри, столько же сбили. Может быть, они последних зомбарей нам не засчитали? Интересно. Давайте купим броню. Да, защищает ваш автомобиль от повреждений и делает автомобиль крутым. Так, давай посмотрим. Ох, нифига. Прикольно. Давайте сразу трансмиссию купим. Максимальную скорость будем развивать. И уже с таким мощным автомобилем красивым мы отправляемся дальше. Такая у нас броня красивая. Ускоритель у нас полностью прокачанный, ребята, не забывайте. Давай, еще немножечко, давай. Может, мощность двигателя нам не позволяет. Так, и здесь надо будет тоже рвануть вперед. Опля! Есть. И еще даже куча ускорителя у меня осталось. Нифига себе. Мы его здесь немножечко используем. О! Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, ускорение, все кончилось. Ладно. Но немножечко дальше проехали. Тоже хорошо. А, сколько зомби? А, также мы сбиваем столько же зомби. Это что-то мне не верится. Мне кажется, мы больше зомбаков стали сбивать. А может быть, купим пушку? Давайте пушку купим. Вот, с пушечкой. Да. Вот эта тема. Пушка будет уничтожать еще зомбаков. 6 патронов у нас есть. Так, а ну все, зомбаки разлетаются. Ой, хорошо прям разлетаются. Все, и патроны кончились, ё-моё. Патронов-то не особо и много было. Давай, что ж ты останавливаешься? Давай, едь вперед. Так, здесь мы подпрыгнем. Ой, хорошо. Ускоритель еще куча есть. Закончилось топливо написано, прикинь, да ну нафиг, как так? Как так закончилось топливо? Да. Топливо быстро заканчивается, оказывается. Да, избитых зомби у нас больше. На 5 монеток нам дали больше. Но это не сильно много. А что ж мы приобретем, ребятушки? Ну давайте приобретать тогда бензин. Что ж делать-то? Сейчас у нас чисто работаем на бензинчик с вами. Прокачали бензинчик. И отправляемся дальше, посмотрим. О, бензина должно быть хватить, чтобы доехать куда-нибудь. Не знаю, получится или нет. Так, зомбарики. Опля, хорошо. Здесь мы хорошо проехали. Ой, вниз упали все-таки. Ладно, здесь тоже внизу туннель есть какой-то. Здесь мы немножко проедем. Да, зомбарей прям очень много. Прям вот этих вот каких-то бегущие, цепляющие. Интересно. Ой, хватило. Хорошо, хватило на мощности. Ой, закончилось топливо, да как так? Мы же купили два бачка. Два бачка, ребята, сами купили. 594 монетки заработали. И давайте приобретать. Хватает деньги на бензин? Давайте покупать бензин. 650 монет надо будет заработать. Ну, навряд ли, конечно, мы с первого раза заработаем столько монеток. Это ж куда нам надо доехать, проехать? Так, ладно. Ничего страшного. Ускорителя много у нас. Может, здесь пролетим? Да, я думал, как вот раз пролетел, включил ускоритель и пролетел всю карту. Вот так не получится. Ой, знаешь, я такой бы, чтобы разработчики не давали бы вот какой-то лимит на ускорение, да? Максимально бы давали бы ускорение. Ну а почему бы нет? Ты просто пролетаешь всю карту и все. Просто прокачиваешь ускоритель до максимума. И потом в конце карты ты ее просто пролетаешь. Ну, было бы интересно посмотреть на это. Если бы такая была возможность. Так, бензин мы купить не можем, к сожалению. Давайте поедем еще раз и заработаем еще денег и прокачаем бензобак.
Ну, не максимально, конечно. Ой, так, тут главное не застрять. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, переворачиваемся. Хорошо, поехали. Да, вот если бы она еще не переворачивалась, машинка бы в таких ненужных моментах. Было бы вообще хорошо. Да, забарик. Так, ты заметил, что какие-то коробки, на них нарисованы черепушки? Вот я сейчас, если будет такая возможность, я покажу. Какое-то постапокалиптическое место такое, что очень много вот этих вот зомбарей. Какие-то с двойными головами, да? Ага. Какие-то зомбари рабочие. А, 520 монет. Угу. Хорошо. Да, прокачаем мы сейчас бензобачок. Ну, еще куча прокачивать его, ё-моё, его еще дофига надо прокачивать. Очень много прокачивать его надо. Не хватает его. Так, давай, поехали. О, сейчас... Ой-ой-ой, видишь? Короче, ускоритель вначале не надо включать. Потому что он тратится просто впустую. Так, здесь аккуратненько. Так, но бензина, мне кажется, должна... Не, аж я прокачал бензин, бензобачок. Опа! Бежит, смотри, зомбарь. Тихо-тихо-тихо. Вот, давай вниз по туннелю. Ох, вот зомбаря я загасил задним колесом. Вот эти коробки, они, которые более светлые, они такие полегче их разбивать. А те черные тяжело. Так, итого, сколько мы заработали с вами? 560 монет. Да, бензобачок мы еще купим. Есть. Прям хорошо. Хорошо у нас. Еще два раза, и бензобак полностью у нас прокачанный будет. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте привет. Всем пока-пока, до новых встреч!